скоро сентябрь, а значит, дети с родителями готовятся к новому учебному году. Однако не у всех есть возможность купить все необходимое для обучения. Благодаря акции «С миру по листочку» каждый может помочь нуждающимся и внести свой вклад в подготовку детей к школе. Волонтерский центр «Радость моя» давно помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За 12 лет акции удалось собрать средства для подготовки к Дню знаний сотням саровчан. На пожертвования закупают концтовары и рюкзаки не только первоклашкам, но и ученикам средних и старших классов. Естественно, у горожан разные доходы, достатки, и каждый жертвует то, что может. Но, как говорится, любая мелочь идет на доброе дело. У нас даже акция так называется «С миру по листочку». Школьнику портфель. Саровчане охотно откликаются на призывы о помощи. Многие взрослые на своем примере показывают детям, что делать добрые дела очень важно. Маленькую Кристину родители всегда учат не оставаться равнодушной к чужой беде. Очень важно принимать участие в таких мероприятиях, потому что оказываем помощь нуждающимся в первую очередь. Поэтому мир не без добрых людей. Помочь можно не только деньгами. До конца августа на гуманитарном складе по адресу Пушкина, 24А, организаторы принимают детскую одежду, обувь, школьные принадлежности и канцелярские товары. Их можно приносить каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Вещи должны быть новыми, либо пригодными для использования. Сбор средств в торговых центрах города продолжится до 9 августа. Получить подробную информацию можно по телефону 8-906-353-46-37. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.